четырехугольника, да? То есть как-то с ним договориться, чтобы там началось какое-то отлипание. Вот Катерина то, что делает, ну, обратите внимание, как она держит туловище. Здесь очень важно, когда люди этим занимаются, чтобы они себя не вроде на фактор. То есть она стоит на полусогнутых ногах и, в общем-то, вот это всем телом качается и пускает волну. То есть ваше дело просто, чтобы вы Нет, я сейчас не на Дзерганес. Я работала, да, я работала в организации, которая все еще на Дзерганес, частично, да? Я думаю, что там в этом онлайне не забывала. Ясно. Я там, ну я же давно уже там всегда. Да. Я в сети КО как раз, да, но я там уже какое-то время не появлялась. Но периодически, если проекты там, значит, я там. Сейчас мы скоро все съедем вообще в Лавлочи. Куда? В Лавлочи, там, где у Сэдбанка, в общем, возле молочного комбината. Положи под ягодицы и прижми, чтобы тебя не было. Да, хорошо. Сейчас. И попробуй вдохнуть полной грудью. И теперь выдохни. Еще разок. Вот как у тебя с рождения оно было, вот это вмятина? Это ямка? Да. Ну, никакой такой травмы я не помню, что у меня было, где я участвовал сильно. Были какие-то, где-то такие трещины в ногах.
Как она у тебя вообще? Когда ты начал четко осознавать, что у тебя она здесь есть, или как-то нет? Мне, вот когда я в вегетотерапии, там осматривает тело. Это в каком возрасте? Это мне сейчас 55, это было в 2010 году. А до этого вы в зеркало смотрели? Ну как, ну я смотрел, ну я такой, ну как. Нет, ну вы просто это видели? Нет, что, ни один врач вообще ничего не говорил? Может быть, и, видите, мне мать, медработник. И когда? Ну, она медсестра. Это многое объясняет. Ну, просто медсестра. Ну, вот. И она меня, ну, с этим нейродермитом, мы таскались по многим врачам. Она искала вообще выходов, но так и не нашла. Когда пошли расстановки, я понял, что там это переживание отцом с первой жены. Ну, вот такие вот вещи, ну, то есть, ну, нервная система. А там только... Помазать и выпить и уколоть. Вот, и что там уже смотрели, не смотрели, уже просто много это было. И я уже привык к всяким манипуляциям, всем чем угодно. И мне уже нет такой точки счета. Вот я был у врача, мне было там вопрос о себе. Я просто уже, ну, как это, как, ну, дарзенс, ну, меня вели, ну, вот я вот это самое, ну, как это так, ну, что, потому что... Я сюда неслась. Да, отнестись серьезно к этому штему. Я просто, я не знаю, в восторге от нашей медицины, что до 55 лет, не, до 5, садись вот так, прямо на него, не-не-не, вот так, чтобы не расставили. Да, вот, сейчас ты будешь шестовая. Что никто просто не обращает... Можно этих снять или... Не-не-не. Можно их хорошо, просто немножко там не натянуть, ну ничего. Хорошо. Катюш, включи там свет. Свет? Может, кто-то и заметил, но поскольку мне-то... Это в детстве, если бы начали этим заниматься, то можно было достаточно легко от этого уйти. Ну, мне сказали что-то вот про рахит, типа в сторону рахита, это, ну, физкультура. Но я сейчас ощущаю, что вот я делаю упражнения, где узкие места, и я, ну, по возможности я стараюсь. И мне очень приятно делать упражнения, и я рад, что я, ну, так, такой худощавый, ну, потолще, где-то мышцы нарастают, мне приятно вот это. Ну, вот мне вот такое вот пришло время этим событиям. Просто раньше, ну, вот никак. Всему свое время. Для меня так. Ну. Сейчас он будет остывать. Он говорит, тут его. Просто мне очень интересно, она боковая. У него не прямой провал, а боковой. А мама жива? Я с мамой распрощался весной 2005-го и с отцом осенью к тому же самому году. И они 7 лет разницы, отец старше был. Отец 19-го, мать 26-го. Да, значит, уже не спросить. Ну, где-то мне год был, наверное. И мне было такое состояние, как-то заболел сильно, мать рассказывала, что я уже вообще уже, ну, на грани был, немножко за грани, потом, но все-таки как-то вернулся. Как-то такое было. Но я сам не помню ничего. Ну, такое, что она знала. Что вы сейчас после нагрева начинаете отстывать, и мышцы, те, которые удерживают у вас позвонки, начинают становиться более яркими. И как раз нам становится видно то, чего мы в обычной ситуации не видим. Так, теперь вот наклонитесь вперед и вот так стойте. Вот сейчас. Еще больше голову наклоните. Вот стоп, 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 хорошо.
свое удовольствие катался. И где-то 6-7 лет уже сейчас СЭВ, это годный монтендек, мне понравились опять, и я участвовал. Ну, это на свое удовольствие катаюсь, но потренировался и участвовал в сериале этих соревнований. С Веснедовостом 7 соревнований на сезон получается. Ну, там аматерские какие-то. А вот еще больше сюда вдохните, и вот вдохните, и натяните. Все отпускаете, расслабляйтесь. Надеживаю, не смогу лежаться, я падал вниз. Может, там каким было... местом ударились? Там были внизу доски уложены такой штабелек, и я на них как-то отключился, но потом встал и пошел, ничего. А, ну живот-то болел немножко, ну такая травма была. Это мне было лет 14. Очень странно, у него по спине не отслеживается его провал. Очень непонятно почему. Так, а попробуй напрячь мышцы. Вот. Вот. Так. Тут он двойной какой-то. Непонятно. Еще было такое, что я пробовал встать на горные лыжи 3 года обратно, никак не удалось. Я потянул там это все, ну за месяца 2-3 так еле пошло. Связки потянул, не предаюсь. Да? Вот тут не видно, что это у него, да. И вот здесь вот какая-то намат. Здесь вот. Сюда, а здесь оно вот в другую. Вот как-то оно тут винт дает, и я не очень понимаю, как. То, что есть, вот это вот.
Ясно. И вот он, смотри, как он все бывает. Вот что это такое? Вот у него, а? У него развернут таз. Ага. Что-то я ничего понять не могу. Покажу это. Это. Ну вот у него маленькая есть, эти скривления. Вот этот позвоночник у нас с вами такая интересная штука, и вот тут у меня непонятно. Ладно. Все, я не вставайте на ножки. На ножки вставайте. Стой. Начинайте вперед наклоняться. Стоп. Вот еще, стоп. Так, к шее бросьте. И вставайте на носочки, становитесь. Все, спокойно, потихонечку опускайтесь. Чуть-чуть голову ровно тянет. Вот, и чуть-чуть покачайтесь. Попробуйте вдохнуть грудью полностью. А теперь как бы опускайте плечи. Вот. Вот запомните это положение тела. Для вас оно очень странное еще. Да? Да, здесь подпирает. Это шапка подпирает? Нет. Здесь подпирает. Здесь, да. Здесь груди. Вот это, по идее, то положение тела, которое у вас должно было быть. Но для вас оно нестандартное. Видишь, так тебе. Вот мне сразу лопатки выпустили. Это у него ушло, то и ровно из этой стороны высунуто. Вот оно теперь выдернуло. Сразу же. Так, еще раз. В обычное положение свое. Расслабься. И теперь опять надувай грудь и отводи и опускай лопатки. Расслабляй теперь. То есть в этом же положении, но чуть-чуть отпусти. Теперь представь, что тебе входит живот сюда, бревно. И оттяни вот это место поясницы. Как будто здесь вот, вот вас вот так вот оттянут за это место назад. Вот это переходы.
Дальше. Вот сюда. Вот попробую ее развернуть. Так что тебе нужно нащупать вот это место, чтобы ты пощупал. Чувствуешь, как он выскочил? Этой рукой лучше. Это лучше чуть. Да. Видишь, это да. Да. Вот это позвонок. Он у тебя начинает вот здесь, после него идет провал и начинается здесь движение. Вот тебе вот это место, когда я буду показывать разные упражнения, там с губкой, с начинкой, тебе нужно первое, что начинает работать с ним. Потому что оно у тебя запускает искривление по всему позвоночнику. И оно является таким первым замком. То есть, как бы, условно говоря, у нас есть три замка. Верхний, нижний и средний. А у тебя этот замок вот сюда ушел. Средний вниз? Да. Он у тебя сместился из-за вот этой штуки, опущенности органов, он у тебя сполз. Я что и понять не мог сначала. Так, теперь еще раз. Вдохни. Так. Плечи назад и опускай. Чувствуешь, насколько нестандартно для тебя? Ну да, надо держать. И вот это.